со своими придурками. Вас еще тоже админом, Павел, взять. Но Артем более доверенное просто лицо уже. Шашкой махать. Ох, последнее время. Знаю, что вы меня сильно любите. Знаю, знаю. Да, конечно. Так вы свою любовь проявляете. Это вообще впервые такое вижу. Что под любви до ненависти один шаг. Я добьюсь твоего доверия. Хорошо. Ставь Артема. А как это сделать? Артем, ты точно согласен? Артем сам тут новичок. Ну, Артем, отзовись. Ты... Я в шоке. Вы не представляете, что у меня сейчас произошло. Олег, спасибо, привет. Боже мой, просто первый раз такое, то, что у меня было написано, что телефон перегрелся, и типа эти горели кнопочки, и только кнопка SOS. И я не могла вообще зайти в телефон. Олег, спасибо. Мне пришлось телефон к вентилятору преподнести, чтобы он типа остыл. Хай. От бига телефон сильно греется. Вообще. Ты уже не админ. С бига такое бывает? Жизнь молодая, хорошо, прекрасно, как ваша. Как делишки, настроение, пульс, давление, сердцебиение. Все прекрасно, а у вас? Как поставить Артема администратором? Олег, а у тебя как дела? Перегрев телефона на эфирах. Да, знаю, батарея из-за этого портится. Плохо будет держать заряд. Ну, блин. Это плохо. Обижусь, не обижайся, Олег. I'm love, I'm love. Кто-то заслужил админ. Артём, конечно. Кто ж еще? На него нажми, там, наверное, будет управление, там выбери. Артём. Да, у меня iPhone. Бига зло для айфонов. Меня поставь админом, я наведу здесь порядок. Увы, я вас не знаю. Пока что заслужил пахать на девчулю. Надо будет взять Android. Блин, я настолько... Я уже привыкла к айфону, я уже не смогу с Андроидом. Куда пропадала? У меня телефон перегрелся. Впервые такое. Артём, на тебя сейчас нажмут, приготовься.
Ой, мамочки. Нет, я не стала ведущей. Для работы? Может быть. Рад познакомиться. У меня уже 4-й айфон. Так. От нашей любви прогрелся. Готов. Блин, мне кажется, что... Установить в качестве администратора. Ну-ка, давай попробуем. Хотите на этого пользователя администратора? Администратор может отключить, выгнать, а также пожаловаться на любого нарушающего права зрителя. Ну, давай попробуем. Артём, ну, теперь у тебя есть права удалять людей с эфиров. Ой, мамочки. Ой, мне жарко. Неужели, да? Почему вы не становитесь официальной ведущей? Потому что хочу здесь бывать по сердцу, по зову, так сказать. Ну, где он? Наш админ. Ура! Артём, ты сам осознаешь вообще привилегию? Артём теперь, когда будет хотеть спать, он будет просто выгонять. Приветик, Маша. Привет. Ну как успехи? Какой раб? Он не раб. Он теперь любимчик. Вы неправильно трактируете. Не смейся, с тебя виски. Артём, ты разобрался? Ну только ты всех подряд-то не удаляй с эфира. Оставь мне тут вообще-то людей. А то втихаря будешь всех удалять. Привет. Хоть попробуешь. А, прикол. Привет. Я всех обманываю? Да, правда. Экзамен сдал на 5. Ну что? Нет, Артём вообще-то нормальный, справедливый человек. Он будет удалять просто всех, кто пишет вот всякие оскорбления и обижает меня. И всё. Первая жертва намечается.
Почему так смешно? Привет. Я теперь крутая, у меня есть администратор. Почти как телохранитель, только администратор. Мне много лет уже. Все будет ок. Неприлично спрашивать у девушек. Да, девушки у девушки нормально спрашивать. Я просто здесь не озвучиваю свой возраст. Потому что мне на самом деле уже 50. Артемка, ты в шоке? Ровесники.